Тут до хрена чего-то добавилось. Ну, тут это мощная инсталляция, я тебе скажу. Да, непонятно, как это еще... Не видел таких серьезных арт-объектов. Как это еще разрешено, да? Ну вот, значит, не могут их пока что оттуда вытащить. Опять же, понимаешь, тут как? Должен быть владелец этой стройки. Пока владелец этой стройки не сделает заявление в полицию, полиция их оттуда не будет вытаскивать. Да, да, полиция так и сказала. Знаешь, им. Как это работает? В том смысле, что тут должна быть все основана на законе. А если у них где-то где жить, то им и закон приветствует, какие чтобы кады они там находились. Ну, не то, что приветствует, но не будет их... Всем тоже интересно на вот это смотреть. Так, с утра я иду сначала через мусорник, выкидываю свой мусор. У меня сегодня мусора немного, вчера не ел. Когда кушаешь, тогда очень много мусора остается, пластиковые херни. Пойду гулять в сторону от океана, в правую. Там более дикие места. Вон, видите, в палатке живут. Вот там в постройке живут. Так, ну я не могу так все вам показывать, там постройки, палатки, вот там вот я мимо прошел, там, ну, люди проснулись, местность дикая, может, они камеры не любят, я тем более с утра как бы не стал показывать. Вот здесь вот так вот, большую себе постройку кто-то зафигачил, может быть, тут несколько людей живут, вот там вот, видите, такое место, здесь ветра меньше, но мух больше. Чем больше людей, тем больше, ну, сами понимаете, кто как в туалет ходит. Вот вы говорите, в пакет ходить в туалет, да это стрёмно, да это самое идеальное. А, ты просто сходил в туалет, в урну выкинул, как я сейчас делаю. И ни мух, ни проблем, ни суеты, ничего нету, да? А некоторые люди, критического мышления нет, они пойдут в одно место, в другое, третье. А если там несколько людей таких, десятки, 20 человек, и там потом начинаешь готовить, и там мухи просто везде летают, блин. И живешь просто, сидишь, они по тебе ползают неприятно. Вообще, мы жили здесь вот, на этой территории, очень много людей в палатках, человек 200, наверное. Если сильные волны, то можно здесь, тут еще больше воды, как это джакузи.
Тут не раз уже с вертолетом переломанные ноги, кости вывозили, потому что не могут. Вот видите, сейчас ветер как дунет. Я его знаю, там что-нибудь еще упадет, камни лежат, пипец. Это вам не на лифт сесть и до дома дойти. Я еще вчера ничего не ел. Сегодня постараюсь максимально ничего тоже не есть. Но целый день не смогу, наверное. Слабенький. Вот здесь вот люди жили. Тут занавес был такой. Большая, да, местность. Вот тут вот можно шашлычка забомбасить, кстати. Кстати, здесь можно ночь переночевать. Вон тут кто-то зажигалочку. Мало ли кто забыл. Так что понятно, где я буду шашлыки делать. Фантастично. Так, теперь надо спускаться. От ветра ушел, господи, дует, там еще опасно. Вон туда еще тропы идут. Вот эти камни раз в 100 лет отпадают и падают, поэтому, ну, реально опасно. Я туда, честно говоря, не хочу идти. Вон там рыбачат уже. Такой хорошенький, хорошенький, такой хорошенький, большой такой. Привет. Что там? Что там? Что там? Это ракушка. Живая, их кушать можно. Ты ж не будешь ее кушать, да? Сорвалась, да? А как она называется? Веха. Веха? Веха. Типа старая. А, да он тоже он веху типа ловил. Да она сейчас просто клюет. Она. Ее сушить можно и так есть, да? Ну можно и так и сушить. Но я буду сушить. Дрон и так скушать. Дрон ее жарит. Тебя не трогай, да, их? Что удивительно. Иногда там вот, да, можно посмотреть? Можно посмотреть, царь, где ты кусаешься? Ой, там сколько рыбы. Рыбачит? Да, да. 4-5 уже у тебя, да? Нормально там. Каждый день ловить и есть, это возможно вообще? Вау!
Вот. Что это такое? Веха это. Путя! За это смотри. Да, да. За бочину. За жабру. Случайно ты ее прям дернул, да, получил? Ну там они тусовались, когда дернул, да, попалась. Это зеленое мясо. Зеленое мясо? Называется зеленая рыба. А ты котам оставишь? Не-не-не. А что делаешь? Пускай. Можно чайкам оставить. Чайкам? Можешь ее выпустить? Можно выпустить. А выпустить? Можно. О, выпустил. Ну, осторожно, не трогай ее так. Ага, блядь. Уходит тебя, а потом можешь доктора искать. Ага, блядь. Вот, она живучая, кстати, вот. Она может 15 минут валяться еще, дышать. Ага, блин. Блядь, я тебе помочь хочу. Оу. Ломаю. Выкинули, мы выкинули, ее спасли. Отдай мне, я тебе скажу. Нос ты какой!
Эй, носик твой. Носик твой. Эйдмин. Я тебе... Чу... Чу... Я... Красота, да? Это дикий пляж Лакалета. Там загорают голышом, поэтому близко снимать не могу. Ну вот, пляж прошел. Камеру не включаю, потому что там все голышом ходят. Зачем кому-то мозги парить? Сегодня прилив. Водички побольше. Ага, вот здесь вот так вот, видишь, симпатично.
Ребята! Андрюшка там живет, походу. А что дома, кто-то есть вообще? Вот так вот временем палатка. Со временем происходит вот такая на свежем воздухе. Поэтому периодически их надо менять. Здесь вот дома без дверей, заметьте, да? Ни ключей, ни дверей. Да. Идем в магазин. Я думаю, в самый раз. Кончится, чтобы на утилизацию направлено попало. Вот что самое важное, понимаешь? А уже в других религиях их как бы по приколу тебя зацикливать. Блин, с этой погоди, я вообще не достану. Я поверил. Такие? О, большие. Ну, а вон зеленые там. Это интересные такие. Когда бы лестница. Один упал, и он выпал. О, есть? Надо. Финики там собираем. Воздух для меня неприятен. Ну по сути, да, как и жить. Это что, что-то ветреная система? Ты не заходил в блок, не смотрел? Это в натуре так? Ну, похоже на пропеллер, который создает энергию.